Всем привет, хотел обратить внимание, вот я периодически делаю заказы на eBay, и мне приходят из Китая различные такие посылочки, ну, вон целая куча на самом деле. Мне сегодня аж 3 пришло, что меня удивило, что не сразу заметил, мне в почтовый ящик их кладут, уже полгода, как Почта России складывает то, что помещается в почтовых ящиках, доставляет на место, прям непосредственно домой, не всегда надо ходить на почту, это прелесть, это здорово, но что сегодня обратил внимание, это то, что одна упаковка вскрыта. Неужели вступил закон пакета или этот яровой, что уже почта может вскрывать? Да, тут всякая фигня, пластик, я этот заказывал для примешек. Мелочь, казалось бы. Но факт в том, что упаковку за меня уже вскрыли. Схожу завтра на почту, узнаю, в чем дело. Нормально ли это?